Итак, доброе утро, дорогие телезрители, с вами вновь Некрасов ТВ, да. Сейчас ровно 7:40 утра, на свету милого Исаакиевского собора. Морковь плюс банан, да. Это что-то новость. На улице недавно, где-то часов в 6 прошел дождь. Поэтому маленько так мокро. Все, у меня сметана 15%. Да. Завтрак на свежем воздухе, как-никак. Выходите гулять в 7:40 утра, и вы тоже на Исаакиевскую площадь. О, да. Итак, мы находимся у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, да, сегодня 7 августа 2011 года, и вот мы смотрим, да, мы смотрим на Исаакиевский собор, с вами снова Евгений Некрасов и безбюджетный цифровой телеканал Некрасов ТВ, да. Вот это у меня штатив тут стоит, ну и в общем, где-то там еще памятник, где-то, да, вот за этим вот садом, вот за этим. Вот. А так, если идти вот в другую сторону, куда-нибудь туда, потом повернуть направо и пойти, то там будет уже Казанский собор. Там будет Казанский собор. В общем, посмотрим. Ну как вам погодка? 7:30 утра, да, где-то 7:40, ну где-то 8-то часов уже есть. Людей пока никого здесь, в основном туристы, проезжающие на автобусах, экскурсии, ну и все. Думаю, часиком к 9 все потянутся, будет движуха тут. Фоткать, снимать, а так пока на улице никого. Спасибо. Хотя 8 часов, суббота, правда, воскресенье уже. Ну да, кстати, да, сегодня ж воскресенье, поэтому, наверное, вот почему нету никого на улице. Вот еще и вот пример, туристы едут на автобусе, экскурсионный автобус.
Да, там очень много экскурсий. Если будете когда-нибудь в Питере, то и вы побывайте на экскурсиях. Это интересно, очень, очень интересно.